Ребят, всем привет, с вами Андромалик. Сегодня у нас симулятор парковщика. Вот она игра, это самая новая у меня на планшете. Я ее уже пробовал, проверил, что она работает. В общем, поехали. Это будет первая миссия. Значит, мне надо парковаться правильно все это делать сейчас. Так, по чекпоинтам вначале едем. Мне дают 40 секунд на то, чтобы золотую медаль получить за выполнение этой миссии. Если я запаркуюсь за 40 секунд или меньше, мне вот такую замечательную награду вручат. Поэтому я хочу сейчас с первой попытки попробовать реально получить золото. Едем мы на какой-то крутой тачке, типа Феррари какая-то. Ой-ой-ой-ой! А, боже, у нее тормозов нету, вы видели, да? У нее просто нету тормозов никаких. Это ужас какой-то. Она вообще еле ехала. Еле ехала и тормозила очень медленно. Ну, смотрите, здесь вот я торможу. Это что, тормоза для спортивной тачки? Она должна как вкопанная остановиться. Потому что она мощная. Как иначе? Так, вот сейчас. Вот тормози, тормози, тормози. Ой, еще и скрипит. Что за тормоза у тебя такие? Так, вот здесь надо запарковаться красиво. Стоп, стоп, назад немножко. Дай, дай назад. Оп. Все, отлично. А, справились мы? Да, за 35 секунд, видите? За 35 секунд золотая медаль. Едем дальше. Следующая у нас миссия номер 2. 45 секунд, да, на этот раз говорят, чтобы мы потратили на эту миссию, тогда золотую медальку нам вручат. Так, сюда надо здесь остановиться. Тут проехать через заправку какую-то объезжаемую. Так, сюда. Главное, никуда врезаться нельзя. Ни в кого. Тут еще трафик, видите? Блин, там трамплин справа. Я хочу прыгнуть, но нельзя. Я на миссии. Выполняю миссии. Ой. Я сбил фонарь, но не засчитали, что я врезался, так что я могу продолжать. Правда, времени много потерял. Может, за 45 секунд не успею. Давай, 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 давай. Блин, 39, 40, 41, 42. И крэш. Блин, я врезался. Тупое управление. О, следующая миссия. Там, наверное, две звезды, да, или что, не знаю. Короче, следующая миссия. Так, так, так. Ну, игра хорошая в целом. Ну, сложная, видите, опять. Так, следующая миссия. 24 секунды все дается на эту миссию. Ой-о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 й
надо вовремя. Так. Да блин! Она так ужасно поворачивает. Я не знаю, такая задержка. Я нажимаю, она только поворачивает через пару секунд. Такое ощущение. Эй! Я врезался. Блин, ну какая сложная игра. Блин, ладно, сконцентрируюсь. Блин, я тут врезался, видели? Во прикол. Я вначале скорость не набрал и врезался просто. Так, тормозим. Да куда ты? Да она иногда так поворачивает жестко. Вообще жесть. Вы сами попробуйте скачать эту игру. Она просто жесть. Вот опять врезался. Я ничего не делал. Давайте следующую миссию. Это просто жесть какая-то. Так, 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 направо. Зато учимся парковаться, так сказать. В реальной жизни потом на тачке поедете и все, уже будете знать, какие варианты бывают сложные. Так, что, куда нам? Тут 50 секунд дается, это очень много, если что. Наверное, большая миссия. Блин, а я правильно еду? Я правильно еду. Это мы выше едем по парковке, видите, это второй этаж парковочный. Сейчас будет третий, только не врежься, пожалуйста. Дальше четвертый. Мы, походу, на самую крышу будем ехать. Четвертый. Эй-эй-эй. Аккуратно. Пятый. Блин, я за 50 секунд уже не успеваю. Это какая тачка должна тут быть? Или как ехать надо? Вот, уже, смотрите, у меня 50 секунд. Только парковка здесь. Совсем медленно я ехал. Серебряную медаль мне только дадут. Ну, серебряную легко. Вот золото всегда трудно получать. Так, следующее. Что? Чего? Я выполнил все миссии или что? Ой, это что такое? Ого! Это как в аэропорту. Доставка... Доставка... багажа. Ё-моё, как куда ехать-то? Может быть, назад? Не понял я, куда ехать. Стрелка вообще туда показывает.
Я правильно вообще еду? Здесь я вообще поверну. Посмотрите, какой поворот сейчас. Я в столб не врежусь тут. Я, походу, правильно еду. А как вот дальше там проехать? Вот там, наверное, слева я вижу заезд. 41 секунду на золото. Я не знаю, как можно за 41 секунду золото проехать. Если я ехал все время нормально изначально, никаких ошибок не допускал. Как тут можно это все сделать правильно? Это как змейка большая получается. Но управление нормальное. Видите, она повторяет за тобой все движения, поэтому несложно. Приехал. Давайте дальше. О, тут все такие миссии, походу, будут. Так, куда здесь? А как я должен понять, куда? Наверх, что ли? Ни чекпоинтов, ничего нет. Давайте наверх, сюда заедем, попробуем. Вообще, начинается миссия, ничего не написано, куда. Вот это плохо. В начале игра нормальная была, да? Там все понятно по чекпоинтам. А сейчас, типа, догадывайся, как куда ехать. Походу, вообще через дорогу вон туда надо ехать. Да я неправильно еду, сюда нет смысла ехать. Я сейчас просто сломаю все, если вниз упаду. Ну давайте попробуем, может нормально приземлимся, кто знает. Давайте физику заодно посмотрим в игре. Так. Все, проиграл. Давайте рестарт. Это, короче, надо... А давайте попробуем на трамплин. Может получится, вот какой-то трамплин стоит. Может быть он неспроста тут. Пробуем. Хотя скорости нету, никуда мы не перелетим, мне кажется. Хотя нет. Не, крэш засчитали. Короче, тут надо направо, походу, вот сюда. И между домами проезжать, наверное, вот здесь. Очень странные миссии пошли. Времени на золото мало дают, куда ехать не показывают. Едешь как хочешь, короче. Так, ну мы тут проехали. Все нормально. Сейчас, наверное, налево будем куда-то ехать. Тут тупик, походу. Мне надо, наверное, по дороге сюда ехать. Ага, вон куда. А, это следующая миссия нажал. Я не рестарт, походу, нажал. Это просто другая миссия. Наверное. Просто доехать вон туда надо. Кстати, за 50 секунд можно. Видите, 45, 46, 47, 48, 49. Почти на золото. Если бы я быстрее стартанул. Ну, тут крэш небольшой. Идем дальше. Ну, такая вот игра, знаете, ребята, на нервы. Проверка нервов еще к тому же. Блин, ты не врежешься в меня? Блин, ну куда ты врезаешься-то? Следующие миссии. Так, а давайте посмотрим, зайдем, какие тут виды миссий бывают. Смотрите. А, вот видите, мы выбираем тачку. Формула-1 вон есть. А, надо только открыть. Видите, это все закрыто. У нас 300 монет всего. Автобус парковать можно. Ну, понятно. Хорошо, а вот это вот, то, что тачка. Нажимаем play. Так, плей. Мы все сделали, что ли? А, тут за золото дальше открывать надо. Во, прикол. Ясненько, все закрыто, типа. Ладно, давайте попробуем вот эту 10-ю миссию. Ее выполнить, может быть, дальше что-то будет открыто. Но на этой машине интереснее. Ого, 3 минуты 34 секунды на эту миссию. Это куда надо ехать? Это куда реально надо ехать, не могу понять. Тут просто стрелка показывает куда-то. Типа, едь туда, вон. А куда туда? Там дороги нету. Поедем по дороге, может, здесь где-то поворот будет. Ну, это бред какой-то. Куда мне ехать-то? По полям, что ли, по этим? Я не знаю. Так, вот тут тормози, 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 тормози. Аэропорт. Походу, нам в аэропорт. О, впереди чекпоинт. Или мне кажется... Нет, что-то другое зеленое было. Блин, ну. Как же так? Давайте ретрай. Рестарт. Блин, они все начинают в одном месте. Примерно. Ладно, поехали тут тогда проедем. Тут тоже какой-то есть проход, проезд. Может быть, объедем через эту дорогу. Ну вот поле какое-то. Куда мне ехать-то? Стрелка говорит туда ехать. Блин, сейчас куда-нибудь врежусь и все, и проиграю. Тут же врезаться нельзя. Ну, по полям поедем. А вот сюда навряд ли я поеду наверх. Она засчитает мне удар, наверное. Я проиграю. Я врежусь типа в гору в эту.
Поэтому объезжаем. Поэтому тут время немного дается. Ой-ой-ой. Ай, нет, только не крэш, только не крэш. Пожалуйста, только не крэш, только не крэш. О, не засчитало, прикиньте, это не крэш был. То есть так летать можно, конкретно нельзя врезаться никуда. А как вот здесь проехать? Ой. Да. Да, что-то сложно. Давайте попробуем миссии, которые я выполнял, только нормально пройти их. Вон вторая миссия, я ее типа не прошел. Нажал просто next, следующую миссию, и все. У меня тут не получилось что-то где-то вот проехать. Я на этот раз просто не газую так жестко, быстро, сильно. Ну так, чисто газок. Оп, сразу в сторону. Так. Ой. Мерседес, ну куда ты притерся? Так все отлично было. Еще разочек. Мерседес. Да вместо тормоза газ нажал. Мерседес. По-английски говорится Мерседес. Так, хорошо, налево, давай. Что-то с тенями в игре, видите, они глючат, тени. От объектов бывает что-то, то исчезает, то еще что-то. Вот он, Мерседес этот, который меня притер. Хотя, по-моему, другой даже был. Так, крутимся мы непонятно куда. То туда, то сюда. Блин, по времени я даже на золото успеваю. Только запаркуйся, пожалуйста, первого раза. Давай. Опа! Еее, это золото, походу. Да, 43 секунды. Так, следующая миссия у нас третья. Поехали. Так, что тут прыгать сразу надо? Тормози. Крэш. Рестарт. Еще разочек. Да блин, ну что ж такое, не везет. Тут просто узко. Так, притормозим здесь аккуратненько. Вот так. Тихо, такси. Так, вот здесь главное не перепрыгнуть. Просто надо проехать вот так. Ну не прыгнуть случайно. Блин, фонарь дурацкий. Чуть не врезался. Так, тут можно нормально газануть, я смотрю. Так. И здесь вот где-то паркуемся. Ну-ка. Тихо. Золото уже не получу, но хотя бы серебро. Опа, все. Тысячу раз улучшу. На 6 секунд надо лучше его делать. 40 секунд надо. Так, дальше у нас какая у нас миссия? Четвертая миссия. Не прошел я ее. Поехали. Тут наверх надо куда-то. А, это вот эта миссия. Ну-ка. Не получилось она у меня тогда. Сейчас я уже лучше чувствую игру, видите? Уже меньше таких проблем. Уже привык, что тут отзыв управления с задержкой так идет. И уже лучше. На золото даже, прикиньте. 22 секунды. 21.96. Во. Вообще класс. Давайте еще. Еще хочу. Что у нас не пройдено? Седьмая миссия не пройдена. Что тут надо делать? 50 секунд. Непонятно, куда ехать. Давайте здесь проедем. Нормально тут проехать? Здесь чекпоинтов нету, наверное. Просто какая-то конечная точка. Ее надо найти. Вот она, кстати. Быстро я ее нашел. Кажется, можно и золото получить, не? Ой, тормози. Да вообще легко за 25 секунд. Я срезал, походу. Там нельзя было так делать, но я срезал. Срезал и получил хорошую оценку. Так, тут прямо по полям можно ехать? Ну, давайте. 2 минуты 14 секунд. Снова куда-то надо искать. Куда ехать? Подождите, это стена? Это стена, блин, а как тут проехать? Стена, ребята, это стена. Если я дотронусь, я все. Подождите, а это что? Ясно. Тут, короче, нельзя ехать.
Restart. Погнали направо тогда. По дороге поедем. Блин, ну что за тачка? Опять Мерс какой-то. Одни Мерсы тут ездят. Чертов Мерс. Вон еще назад поехал. У них тут мало моделек в игре. Я постоянно в Мерсов врезаю. Вот слева тоже. А, это Toyota, по-моему, Corolla или что там. Toyota Corolla. Управляй мечтой. Так, что-то резко сразу сюда стрелка. Что-то такое, не понял. То туда, то сюда, ты определись. Опять резко влево. Сейчас я резко влево, и она вообще туда. Очень странно как-то показывает эта стрелка. Я не знаю, как тут ехать. С таким навигатором ужасным. Ой, не врезаться. Вот, она как бы там показывает. Я тогда выпрямляюсь, она уже направо показывает. О, я вижу, куда ты туда, вон, наверху. О боже, это как туда заехать-то? Что-то там сверху. Ну, давайте попробуем здесь повернуть. А где? Сейчас уже зоны этой не вижу. Где-то, короче, слева. О, нашел. Узкое место. Главное, чтобы сзади никого не было сейчас. Тихо. Столб не врезаться в этот. Он еще стоит, так смотрите, очень плохо. Тут, походу, не здесь заезд, походу. Я дотронулся чуть-чуть и крэш засчитали. Ну что такое? Ну давай. Еще раз. Я хочу пройти эту миссию дурацкую. Просто вот хочется. Хочется, надо пройти. Нельзя сдаваться. Идти до конца всегда, ребята. Я вас учу всегда до конца. Идите, не бойтесь. Только так вы достигнете того, чего вы хотите. Вот я хочу пройти эту миссию. Я буду пытаться. Давайте попробуем до конца сейчас проедем. Немножко с другой стороны туда заедем. Мне кажется, какой-то с другой стороны это лучше получается доезд туда. Вот сейчас вот по этой дороге, что я еду, по-моему, вообще классно. Сейчас эта зона будет здесь близко. Где-то тут она. Так, где-то тут. Так, я просто смотрю, где там зеленая эта. Вот она. Ой, ну что, с Богом? Передняя передача. Драйв. Ну-ка, проедем. Отлично. Проехал. Все, золото. Просто надо было найти это место. Это самое сложное задание здесь. Отлично. Что там по миссиям еще осталось? 9-10. Давайте 9. Так, ну, тоже 2 минуты 27 секунд. Куда-то далеко ехать. Ё-моё, ну Мерс, ну ё-моё. Мне что-то в него... Я в Мерс столько врезался, что самому в реальной жизни хочется Мерс уже купить. Я не знаю. Это реклама, наверное, так работает. Ты врезаешься в Мерс, и ты хочешь его купить, чтобы просто в него не врезаться, чтобы он был твой. Да, как-то так она работает. Да, это уже психологически они просчитали, эти рекламодатели. Все, как это все работает. Все, видите. Я на себе ощутил, что я вот уже хочу Мерс купить. Там Е-класс или какой, или С-класс ездит. Ну, точно не Цешка это была. Вот что-то хочется купить, хотя это не лучший выбор, мне кажется, на сегодняшний день покупать Mercedes, который в качестве очень сильно просел, к сожалению. У них, ну, может быть, S-класс еще нормальный, а так, чтобы E-класс покупать, там у них только S-класс делается в Германии и еще какой-то там G-класс, возможно, или еще что-то. То есть тут почти мало моделей у них, которые в Германии сейчас делают. Из-за этого очень качество... шатается у них. Так, проеду я тут, смотрите, тут какой-то проезд такой. Давайте. Не, наверное, сюда не надо. Поехали назад. Так. О, вот, нашел, прикиньте. Только не врезаться бы сейчас ни в кого. Нашел, и золото заработал. Отлично. Так, что у нас дальше? Последняя миссия. 1200. Так. 3 минуты 34 секунды. То же самое. Надо просто найти правильную дорогу и ехать по ней, там где-то я найду. По полям главное не ездить. По полям здесь не работает тема. Нельзя по полям. Надо ехать по дороге и потом примерно приедешь. Так что поехали до конца по этой дороге. Вот, едем, набираем скорость. Кстати, а что это за вопрос здесь? Follow arrow to find don't crash. А, ну ясно. Типа описание миссии.
Так, вот мы в прошлый раз в аэропорт здесь ехали, да? Я что-то не доехал, где-то врезался. Ну давайте, на этот раз, я думаю, все будет получше. Я уже более аккуратно езжу. Подождите, может тут направо? Не, наверное, все-таки в туннель ехать надо. Я смотрю так по стрелке, она туда далеко за туннель показывает. Скорее всего, туннель нужен. Что, поехали, уже минуту едем. Машины непонятные будут, не будут, поэтому я не газую, вдруг куда врежусь. Так, мы тут проехали, тут нет дороги, едем по дороге. Я думал, в стрелку врежусь, фу, испугался. Так, ну, тут асфальт есть, по асфальту и будем ехать. Походу, мы правильно приехали. Да, вот она, точка. Подождите, а как туда? Ага, вот здесь. Не врезаться только, аккуратно. Ух, прошел. Прошел. А сколько у меня монет вообще? 3900. Да, тут дальше следующей миссии надо покупать, получается. Вот, типа, 11-я. Сколько? 1600. Заплатил, и вот 11-я миссия. Ну, давайте последнюю 11-ю миссию. Баги. Сюда. О, на баги уже ездим. Подожди, а что тут делать? А, тут прыгать надо. Так, не перепрыгнул я. Давай заново. А где тут заново? Retry. Тут надо максимальный газ. Вот так вот сразу газ, и все. Так. Перепрыгну. Тут тормозим. У баги вроде даже тормоза лучше, чем у прошлой тачки. По моим ощущениям. Так, а звезды обязательно вообще собирать? Наверное, надо. Так. Чекпоинт, чекпоинт. А, да, две звезды мне дают за прохождение. Где-то еще третья, наверное. А где ее найти? Я уже хочу на все три звезды пройти. Так, а подождите, а куда ехать дальше? Что-то я пропустил. Здесь были чекпоинты. Мне теперь показывают на дом куда-то вверх. Как я туда попаду? Понятно. Вот тут что-то зеленое, кстати. А, это чекпоинт, но только неправильно. А, здесь врезаться можно. Это же типа баги, поэтому врезаться можно. Наверх, наверное, надо ехать. Не знаю, вот сюда. Не понял я. А, ну да, звезда тут. Так, звезда. Может, надо все звезды собрать, только тогда засчитается. А, все, три звезды. Это тут надо звезды собирать. Окей. Ну ладно, отличная игрулька в целом. Можно играть, ребята. Рекомендую. Как она называется? Сейчас посмотрю в меню. Полное название вам покажу. Кстати, где тут название? Вот это менюшка наша. А где? Где название-то? Настройки, может, нажмем, там будет название. Тут даже настройки ничего не нажимается, смотрите. Чё за бред? Как? А как настройки-то поставить? Ну вот, ничего не нажимается. Ну ладно, давайте я скажу, как называется. Ridiculous Parking. Сейчас вот так вот. Simulator. Вот как-то так он называется. В общем, хорошая игра, можете качать. Она бесплатная, я думаю, найдете. Напишите в магазине. На iOS она есть, на Android не знаю, есть, нету. Все, ребята, до новых встреч. С вами был Андромалик. Скоро будет еще много интересных роликов. Рекомендуйте ваши игры в комментариях, и я обязательно в них поиграю. Все, всем пока.